Нравится? Лиза, смотри. Какие кайфушники. Нашим родителям тоже дали подарки от работы. Это, короче, кайф. Тут у Пошиков. У Пошиков вкусненький конфет. Вот эта Аленочка вкусненький, конечно же. Вот это вкусненькая. И так. Соня, что ты поешь? Мама, дай свой дай. Песенку такую? Да. А что мы будем с тобой делать? Будем салатики делать, гости приедут? Да, гости приедут. Гости сейчас приедут. Сейчас приедут к нам гости. Будем готовиться. У нас есть часик подготовки. Диму попросим, чтобы картошку почистил. Да. Попросим Диму. А сами будем делать... Так, тут уже папа замариновал шашлык. Я не знаю, Дима, наверное, в духовке его будем делать. Будем... Да. Будем делать салат. Нету только крабов. Мама сейчас купит, придет с работы, принесет. Надо вот нам кукуруза, фасоль, майонез, лук. В общем, потом, когда сделаю, замешаю, покажу вам, что это в нем. И может быть... Кто? Дед Мороз? И будем делать, наверное, бутики со шпротов сейчас сделаем. Поймаю. Нет, дедушка пишет подарки. Дедушка? Какой дедушка? Пишет подарки. Дедушка Мороз? Или кто? Пишет подарки. Твой дедушка? Пишет подарки. Или дедушка Мороз? Твой дедушка или какой дедушка Мороз? Дед Мороз пишет. Так уже к нам приходила же Дед Мороз, зайка. Уже был на Новый год Дед Мороз, помнишь? Подарки. Помнишь, сколько много подарков принес он? Да. Ну, понравились тебе подарки? Да. Класс. Ну, в следующем году тоже придет, принесет подарки. Да? И будем сейчас жарить хлеб. И будем делать бутерброды со шпротами. Да? Ты носик чистишь? Да. Да, носик. Там что у тебя? Шопельки? Нет. Сопельки там? Я зазумаю. Зумаю. Ну. И па! Поймаешь? Понимаешь. Так, аккуратно сиди, хорошо? Аккуратно. На столе аккуратно. Тихо. Сковороду расходил. Тихо. Тихо. Тихо, да. Дети. Это мама спит. А? Это мама спит. Мама спит, да, тихо. Пусть мама отдохнет, да. Маме надо спать побольше. Диме скажем сейчас. Тихо, да? Сейчас придет, скажем. Сейчас за ниточка тут торчит. Давай так. Опа. Все. Спасибо. Пожалуйста. Собрай. Давай. То мы уже поумазывали сегодня. Мягкая кофта. Осталости. Носочки одеты, твои носочки, не знаю. Вот сосочки. Колготки у тебя, ну. И это тотти. Сатотти. Носочки. А сосочки. Так, нам надо большую с тобой тарелку найти, да? Сиди. Вот тарелка. Все попадало, да? Вот, прости, пожалуйста. Я не буду шуметь больше. Хорошо, я тихо. Все, нашла большую тарелку. Спасибо. Помощница ты моя, да? Ты моя помощница, София? Гости приедут. Гости. Дядя Ваня и тетя Света. Водичку пьешь? Молодец, надо пить водичку. И аккуратно. Аккуратно. Соня там в кадре, да? Аккуратно, ты чего давишься водой? Ну, бывает, ничего страшного. Сиди, спокойно. Давай руки. Пей аккуратненько. Смотри, не выйду воду. Сиди.
что это? Мне надо вилка. Твоя маленькая? Маленькая это. Маленькая это. Маленькая это. Ух. О, Дима пришел. Да. Мама, Тася. Это Дима пришел. Ну, Дима пришел. Дима. Дима пришел. Димочка твой, да? Не Димочка. Сейчас придет. Сейчас придет Димочка твой. Ой, что ты делаешь? Колбаска давай положи. Видишь, она открытая. Будешь колбаску? Да. Давай тебе отрежем колбаску. Петюшка, куда резать? А, это как бы на салат. Привет! Достань, пожалуйста, емкость, в которую буду резать. Ножку. Вкусная колбаска? Непонятно? А что папа не спрашивал, что с шашлыком делать в духовку? Вон уже палец этот мангал. А где хлеб? Батя палит. Я вышел на улицу, там уже горело все. Бери. Нет, вот. Такой? Жареный? На теплый только гляди аккуратно. Вкусно? Вкусная. Колбаской. Закусывай колбаской хлеб. Сонечка, закусывай колбаской. Бутерброд. А? Бутерброд. Вот, делай бутерброд правильно. Вот так вкусно. И придерживай пальчиком колбаску, чтобы не упало. Нет. Бутерброд не хочет. Бутерброд. Еще скажи 4 раза. Пожалуйста, надо суп донести, чтобы не испортиться. Еще 3 раза. Ты выходил, сказал, что занесешь, не убил. Еще 2 раза. Вынеси, пожалуйста. Еще раз. Димочка. Димоц-то, вынеси, Димочка. Пожалуйста. Скажи, Соня, Димоц-то, вынеси, пожалуйста, суп. Ого, видишь, даже Соня. Я подумаю. А ты скажи, быстрее думай. Быстрее думай, Дима. Я подумаю. Быстрее думай. Быстрее, Дима. Я подумаю. А соль будешь? На рот сразу. Нет. Нет. А чего нет? Вкусно же? Что вкусно тебе? Хлеб? Видишь, хлеб вкуснее колбасы, да? Соня, хлеб вкуснее колбасы? Да? Обычно колбасу вкуснее, чем хлеб едят. А ты хлеб ешь вкуснее колбасы, да? Что ты делаешь? Что я делаю? Банку хочу открыть, видишь? Есть салат? На салат, да. А, салат? Ну. Ты будешь кукурузу? Как ты сказала? Кукурузу? Да. Кукурузу. Кукурузу. Скажи ку. Ку. Трусу. Ты трусу говоришь. На, тебе насыплю здесь, хорошо? Ешь.
Спасибо. Пожалуйста. Соня спит, когда ей никто не мешает. Спит. Да. И мама пускай поспит. Мама маленькие животики. Пойти, сегодня. Маме спать. Нельзя маму тревожить, пускай она отдохнет. Да? Музыка? Да. Аккуратно. Там вот кукуруза. Кушай кукурузу. Ты хотела, кушай. Вот. Соня, смотри, куда сползаешь. Вот еще. Кого хочешь? Еще это еще. Хлеба? Хлебоежка ты, Соня. Сладкая хлебоежка, да? Чеснок такой себе, да? Весь какой-то пустой. Ой-ой-ой. Что такое? А? Я тебе разговариваю. С кем ты разговариваешь? Тетя. Тетя, тетя тебя что тебе говорит? Иди записывай. Алло. Алло. Катюшка, еще или хватит? У нас будет плюс еще два взрослых, может еще. А как у тебя цвета по имени отчеству? Ну, имя Светлана, а как у тебя? Викентьевна. Светлана Викентьевна? Угу. Тетя. А. Еще слышно, тетя? Тетя звонит. Еще слышно. Еще слышно. Что, тетя? Еще слышно. Ничего не слышно. Ой, тихо, 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 кого-то вызвали. Не бойся, Дима, не пугай. Реакторная служба. Это тетя звонила. И да, и что ты ей сказала? Перец. Хочешь перца? Нет. Не будешь перца? И да. Соня спит. Она устала. Но я их записала. Мама спит. Она устала. Ну, я ее не стала. Мама спит. Я волчка не завожу. Мама спит. Я уселась. Мама спит. Она мама устала. Спит. Так, дальше мы будем с вами делать бутербродики. Как всегда, по старинке. Бутерброды наши из детства любимые. Батон натираем чесночком. Нас делали так. Кто-то, я знаю, смешивает с майонезом. Но я делаю так. И быстро, и просто. И как-то уже привычно. Натираем поджаренный батон. Намазали майонезом бутербродики. Сейчас выкладываем шпроты. Огурчик и селедушку какую-нибудь. Бутербродики уже готовы. Салатик еще жду крабы. Делала нарезочку. У нас тут уборка перед гостями. Знаете, какая милота. Дядя Дима тут помогает. И мама там работает. За Соней убираю карандаши.
Ой, какие молодцы, Бося, Бося. Ну, я пошла дальше. Все, нарезать, накрывать. О, уже гости, наверное. Такую заправку для шашлыка. Тут у мамы такая вот специя. Потом спрошу маму, что это такое. Там я скажу, там, по-моему, чеснок. И горчицы добавим. Вы шашлычок этого года. Смакота. Папа мариновал. А ты знаешь, что мариновал, не? Наверное, кетчуп, майонез, да? Лук, лимончик, что-то еще, наверное, здесь. Ой, красота какая. Уже накрыли мы на стол. Соня дождалась подарки гостей. Будем кушать. У нас тут Бонни, попрошайка. Я уже положил. Решила разделить еще на меньшее. Скажи, приятного аппетита, Боня. Милота, приятного аппетита, Боня. Смашно есть, Соня скажет. Смашно есть. Отворачивается, не нравится ему. Все, Бонечка устал уже. Обниматься. Сонька, потихоньку, ты со... Ой, тебя близнула, да? Она любит, как он его лежит, и по ручке полежит, она такая худшая, по ножке. Классно. 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 Все, наша звездочка уезжает. Пока, и мамочка там за рулем. Пока-пока. С кошечкой. Поедут наши девочки уже. Поедут наши девочки. А мы еще пока здесь. Я сегодня тоже поеду. Ну так, на денечек домой, потом приеду. А да, заделки эти бусикаются. Пока-пока, мое солнышко. Мы приедем на день рождения. Пока-пока, моя хорошая. Лекс, Боня, сидите хорошо. Пока-пока, девочки наши. Поехали, девочки наши, на родину. Все, не плакать, бабушка. Все будет хорошо, приедет. Вот уже. Угу. И что теперь? Вот так открывай, доставай, что там тебе. Фигурка. О, смотри, смешно, это олень же, видишь? Тут я ничего не вижу. Смотрите, какая дружба. Вместе и кушать просят, вместе и спят. Боня и Коржик. Тут смотрим рождественские зарубежные фильмы. Димасик, что в телефоне. Я тут рисую. Раскраски детские. В детстве не рисовала, а сейчас что-то, думаю, так захотелось порисовать. Мамулечка там отдыхает, а папа плетет заказики ваши. Показала в Инстаграм корзинку. А Соня забрала эту игру, да? Да, забрала она. Угу. Вот, папа мне такую конфетницу сплел и корзинку. В таком цвете у меня подружка увидела. Ты тоже у папы заказала, и в Инстаграм там девчонки-подписчицы заказали. Так что вот тут отмеряет все, вымеряет, и сейчас будет плести. Но Бона там помощница. Бона, ты помощница, помогает папе. Так что вот так проходит наш день. Вот. А я сегодня уже уеду, на денечек поговорила. По делам, делишкам. И завтра приеду обратно. Вот. Так что отдыхаем. И все бесплатно. Какая красота. Ты не против, если я тебе помогу? Ты прекрасная учительница из зоны. И уже тогда понятно. Она следит за твоей работой. Привет, Оля. У Эмбер своя пекарня, а по выходным она помогает здесь. Дима, смотри, как она следит, пришла за работой. Она ведет занятия по кулинарии на своей собственной кухне. А
рванула. Вон, а ты что чешешься? Родители накопили нам на колледж. Я очень благодарна. Спасибо, что поделилась.